Художница Полина Бутурина – победительница всероссийского конкурса живописи и графики «Рускорт». На этот раз на площадке умной библиотеки девушка воплотила уникальный авторский проект «Арткульт». Таким вот символическим образом мы решили вот к 85-летию Химок создать вот такой вот, на мой взгляд, красивый арт-объект. И коллективная идея родилась. Почему картина? Потому что можно сделать что-то коллективно. То есть вместе всем участвовать в создании. Все задумки, которые предложили жители, художница объединила в целый эскиз. Придают ему красок и законченности сотрудники сферы культуры и почетные жители Химок. Итогом такой совместной работы станет портрет, посвященный любимому городу. Картину неспроста начали создавать в преддверии юбилея города. По сути, это проект, который открывает череду празднований 85-летия Химок. Впереди много интересного. Каждый житель нашего города найдет что-то интересное для своей семьи. И я уверена, замечательно отпразднует этот великолепный праздник. Очень много людей, которые становятся химчанами. Многие дети сейчас вырастают в наших дворах, в наших школах. И мне бы хотелось, чтобы они помнили историю нашего города, знали о том вкладе, который внес город в развитие нашей страны. На картине изображены основные достопримечательности Химок. Это колесо обозрения, фонтан в парке, городской театр и жилые дома. Олицетворяет образование и культурную составляющую города мальчик с книгами и скрипкой. Современный арт-объект станет особенным украшением города. Анастасия Кравцовская, новости, Химки ТВ.